Играет такая музня, значит, приключения Гарика. Ня. Так, здравствуйте, дорогие друзья, с вами Денис Кочерга, и мы продолжаем Гарри Поттера и Узник Азкабана. И что-то мне кажется, что скоро мы игру пройдем, потому что по сюжету это уже ближе к концу. Это херово. Нет, это, конечно, и не херово, потому что будет Кубок Огня, по-моему. Но херово то, что сюжет быстро идет. Они что-то с этим лоханулись. Дефульфо! Отлично! Эту плитку можно заколдовать! Да ладно! А тебя можно заколдовать, чтоб ты отдалась, не? Жалко. Так. И... А, ёп! Получилось! Отлично! А теперь осторожнее! Да, верно! О, нет! Дверь заперта! Что ж, отсюда должен быть выход. Ну да. Дракончика на форс. Так. Дефульфо! А, тут секретов вообще нету, да? Драконикос! Привет, Гермиона! Так. Ага. А я хочу область исследовать. Так. Ага. А куда зажигать? Сюда только? О, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Давай-давай. Yes, of course. Молодец, Гермиона! Ты открыла дверь! Только она слишком высоко, и я до нее не достаю. Снова Драконофорс? Да, я сейчас бы играл заебатый трек Драконофорса в группе, кто знает. Так, и... Курящий дракон! Это круто, он реально курит. Заметьте. Такой, о, заебись, Винстон, блядь. Отлично! Я посмотрю, что там. Окей. Погнали. Странно эта дверь себя ведет. Ну да. Воу! Чё за гопнари, блядь? Воу! Парень! А ты не говорил, что это не культурно, сука ты? Чё ты, гопнар стайл? Ну. Ага. На, блядь! Получил? А ты батышный солдаты. Давай. Кряхунчик, блядь. Так. Конфеты, чехули, ты там ногу поднимаешь, долбоёб. Давай, давай. Двойной трэш, да? А я тройной вам дам. Не ожидали? Ой, ёбки. Давай, давай. Салатовую конфетку. На, блядь. Воу. Что-то все как-то резко подскочило. Ладно. Так. Гарри, Алакамона, там не видать? Пока нет. Ну да, жизни. Дефульфо! Так, а сейвануться можно? Да, сейвануться можно. Оу. Так. Оу. Привет. Отлично, нечего сказать. Теперь мы оба здесь застряли. Да нихуя мы не застряли, хули ты пиздишь. Открыли двери, пошли дальше. Карточка, нихуя себе. Я вообще не думал, что тут карточка будет. Так, подожди, стоп. Мне одного показать? Блять, а это что, втроем делать, что ли, можно? Подожди. Твою мать. Ладно.
Время кавайности! Каваи! Лапикон! Ня! Та-да-да-да-да! Та-да-да-да-да! Опа! 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 Копай! Та-дам! Так. Вот он! Держись, клювокрыл! Мы тебя выручим! Давай, чувак. Алакамора! Депульсо! Депульсо! А чё, полетать не дадут? Или дадут? Гермиона, подожди здесь. Я схожу, узнаю, пора ли спасать Сириуса. Осторожно, Гарри. Прибывая под воздействием маховика времени, Гарри поспешил к озеру. Ему нужно было узнать, кто сотворил заклинание Патронус, спасший его от демента. Неужто и вправду ему на помощь пришел отец? Неужели это Джеймс Поттер сотворил заклинание, которое спасло его сына? И тут Гарри понял, он видел не своего отца, а себя самого. Экспекто патронум! Да ладно. Экспекто патронум. 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 Экспекто патронум! 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 Эпично. Гарри, ну надо же! Ты сотворил заклинание Патронус и прогнал всех дементоров! Это очень-очень мощная магия! Я знал, что у меня все получится, потому что... Потому что оно уже получилось. По-моему, это звучит странновато. Гарри, нужно спасти Сириуса и вернуться обратно в больничное крыло, пока нас никто не хватился. Отлично! Идем! Но как? Как? Сириус, нужно уходить, за тобой скоро придут. Быстро! Как мне отблагодарить? Давай!
Мы непременно увидимся. Гарри, ты... ты настоящий сын своего отца. Да. Новость о побеге Сириуса Блэка разнеслась по школе со скоростью лесного пожара. Никто не мог и представить, как ему это удалось. Гарри, Рон и Гермиона решили помалкивать о том, что узнали. Кроме того, наступил день экзаменов, и далеко не все были к нему готовы. Рон, я не представляю, как ты будешь сдавать экзамены. Ты же вообще ничего не знаешь. Я? А сама-то? Сама-то сколько копалась в книгах, чтобы защитить Кровокрыла? Рон, поверь мне, пожалуйста. Да, во время учебы я использовала маховик времени. Конечно же. Я ведь хочу получить все высшие баллы. Она что, все на свете знает? Рон, у меня плохие новости. Экзамен по Карпер и Трактум ты будешь сдавать первым. Пойдем в кабинет профессора Люпина. Ну что, пойдем на четвертый этаж по лестнице? Или воспользуемся тайным ходом? Так. А мне вот интересно... можно ли? Блин, извините, опять что-то чихнул, это из-за вентилятора. Так. Все-таки можно. Так. Мы попробуем переиграть момент. Может, получится у нас выиграть. Привет, Гарри! Что, пришел еще полетать на гиппогрифе, а? Ну, если можно. Хорошо, Гарри. Сейчас посмотрим. Получим еще карточку или нет. Оу. Молодец, Клювокрыл! Молодец, Клювокрыл! Так... получилось! Твою мать! А, туда, да? Хороший так. Мальчик. Ага. Мы даже... а, так же, что ли, заработали? Гарри, вот это да! Отличный полет! Ага, карточку ты нам за это не даешь, да? Ну и ладно, фиг с тобой. Хоть так. Так. Хотя бы так. Так, а что нам надо сделать? Для сдачи экзамена? Так, а какой это этаж? Я уже что-то забыл. Ладно, лучше уже... так пробраться. По стандарту. По-моему, этот, да? Ну вот мы и здесь. Рон,
Ты как, готов к последнему экзамену? Вам кажется, что мне нехорошо? Удачи, Рон. Встретимся во внутреннем дворе после экзаменов. Пока. Если я не вернусь, считайте меня маглом. Ага. Маглом. А, Рон, а ты готов приступить к последнему экзамену? Ну, на самом деле... Ну что ж, тогда начнем. Оу, не всему уроку. Предупреждаю, экзамен очень трудный и даже немного опасный. Опасный? Чтобы заработать отличную оценку, ты должен собрать все 5 счетов. Приступай, Рон. Желаю успеха. 5. Карпер прошел! Так, и что это нам дало? Так. Сюда, что ли? Карпе ретрактум. Так. Нам что, сюда, что ли? Ну ладно. Воу. Я профукал одну часть, ну да ладно. Так, а дальше? Туда, что ли? Ну, наверх мы явно не попадем. В смысле? Оу, вот она где. Твою мать. В смысле? Так, стопы, а как? Как ее поднять? Так, стопы, стопы, стопы. Карпе ретрактум! Так. Ага. Ну это максимально, что я могу здесь сделать, да? Так. А куда? Сюда, что ли? Да нет. Стоп. Вот он. Блин, я его что-то не сразу заметил, этот чит. Ну да, 5 читов. Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. Так. Воу. Чуть не профукал. Так, а наверх ведет еще какая-нибудь дорога? Ведет. Как же она не ведет? Конечно, ведет. Так, а тут приколек больше нету, да? Блин. Бывает и такое. Ну, мало ли, я ж первый раз все-таки играю в узника Азкабана. Карпе ретрактум. Так. А, там вверху какие-то приколюшки. Вверху вижу. Так, а как их взять? В смысле, нельзя? Ладно. Карпе ретрактум. Нифига себе, эта хрень еще крутится. Дефульса! Ладно. Карпе ретрактум. Поехали дальше, как говорится. Автобусная остановочка. Опа. А как щит получить? Алоханора! Карпе ретрактум! Подожди, сохранюшка, это понятно, а как... Карпе ретрактум! А как получить еще этот, как его... Щит. Что-то я
Не догоняю немного. А, может он просто на обратной стороне и все? После готики мне ничего не страшно, уродики. Так, а как туда попасть? Чего? Стоп, мне допрыгивать или мне... Ё-моё. Серьёзно? Не хочу свои предположения говорить. Походу они... В смысле, что? Серьезно? Ты не можешь до туда добраться? А, то есть он может только... Только так, что ли, блядь? Ну ладно. Здорово, ребята! До свидания. Приятно было. Yes, of course. Депульса! Закончился снарядик. Ладно. Так. Стоп. Это типа продолжение банкета, да? Воу. Воу! Ёб твою мать, я чуть не упал, нахуй. Это благо, что он зацепился. Я реально очканул. Очко прижало. Черепушек. А, крабов. Крабы. Какие крабы? Это вообще напоминает божьих коровок. Да, это напоминало божьих коровок, а не каких-то, блядь, крабов. Так, ладно. Куча жаб. Куча тыковок. Конфеток. Ох, ё. Вот знаете, вот после Гарри Поттера я хочу сказать, что сладкоежками станут люди, и просто у них нахуй выпадут зубы. От стольких конфеток, хуеток. Капец. Все. Выдохся. Ага. Чё-то я тут чувствую, что попахивает. Не, я думал, обвалится эта хуйня. Ну да ладно. Так. А тут в основном...
конфетычи и все, да? Ага, карточек хуй дождешься, да? Воу. Нихер. Да. Веселые платформы. Чего? Так, а нам сюда надо, что ли, или это просто... Воу. Ну, это не особо надо было. Да что такое? Тыковки. Да печенюхи. Так, стоп. Я не допрыгну. Не так, да? Блин, фигово. То есть надо... дождаться, прыгнуть и спокойно ждать, что дальше, да? Ладно. А дальше? Тут-тут-тут-тут. Давай. Ну! Ну! Быстрей! А. Все. Отлично. Мы успели. Мы молодцы с вами. Так. Стоп, а что это? Что это вообще значит? А, то есть это еще и... О, гопники ждут нас. Ребята, здорово! Приятно познакомиться с вами, козлами. Так. Стоп, а там же все закрыто. А зачем тогда это все дано так именно? Что это дало? Опа! Здрасте, ребята, здрасте. Пол покрасьте. Чего? Что? И все? В смысле? Вот. Так. Действуем решительно и хладнокровно. Но... я надеюсь, это не за время. Да хрен тебе! Идите в Манабоба! Я хотел что-то сказать. Ну, ах ты тварь. Вот если бы я тебя мог палкой отхуячить, я подхуячил, а засунул палку тебе в жопу, сука. Но. А так конфетами... Ту, сука, оно отрикошетило, блядь. Так, тихо. На, последний, ну давай. Ага. Чешешь подбородок. Нет. Конфеточи одни мне не нужны. А, где карточки? Мне не нужны ваши конфеточки. Уже скоро конец игры. Так, стоп. Стоп, а почему? Чего? Так я ж не все собрал, по-моему, да? Отлично сработано, Рон. Высший балл. Ты превосходно освоил заклинание «Карта ретракт». Спасибо, профессор Люпин. Да нет. Наверное, завершить. Мисс Грейнджер, надеюсь, вы готовы к последнему экзамену? Конечно, профессор МакГонагал. И все благодаря маховику времени, который вы мне одолжили. Этот практикум несколько труднее, чем все предыдущие. Хотите получить отличную оценку? Соберите все 5 щитов. Можете начинать.
Ага, сохранение нам не дают, да? Класс. Ладно. Что? Оу. Так. О, ни хрена себе. Типа еще и такие дорожки. Ну и ладно. Стоп, а там ничего не будет? Нет, там, наверное, прорыв. Офигеть. И все? Так. А. Так. Ага. Здрасте. До свидания. В смысле? Это что было? Здравоопасная хуйня из-под коня, да? Так. Ага. Вот и звезда, да? Воу! Пока. Приятно было познакомиться. Временно. Отлично, вот и сохранение. Так, наверное, мы на этом, дамы и господа, мои друзья и подписчики, закончим. Я надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, приглашайте друзей. Будет интересно, если будут поддерживать канал и больше лайков будет, то будет интересный материал. Я буду с вами, всегда с вами Денис Кочерга. До новых встреч, всем удачи, всем пока.